OMTV.ua про головне. Мы не хотели бы разрушения украинского государства. Здесь многие говорят, что там Крым когда-то неправильно отошел к Украине, что это вот территория исконно там российская и так далее. Это неправильный подход. Ну, давайте тогда вернемся во времена хана Батыя, там, во времена монголо-татарского ига. Ну, тогда надо будет отдать Казахстану, Монголии или еще кому-то всю территорию практически России, и Западной Европы, Восточной Европы, ну, кроме Беларуси. Они до нас как-то дошли, но нас не тронули. Поэтому, ну, что возвращаться к тому, что было? Перекраивать границы нельзя. Мы же приняли очень много нормативно-правовых международных актов, которые определяют стабильность границ, нерушимость границ. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. Когда-то Лукашенко называли последним диктатором Европы. Сегодня уже называют одним из агрессоров, готовых к попранию международного права и преступлениям ради сохранения власти. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе одинаково. И при этом, возможно, его режим – одна из целей Кремля, обитатель которого, похоже, озабочен идеей поглощения всех бывших советских республик, а отнюдь не только Украины. Все вернется назад. Это стремление Путина к территориальной экспансии, думаю, всегда было очевидно для Лукашенко. Именно поэтому он в 2008 году продолжал поддерживать идею территориальной целостности Грузии и сохранял хорошие отношения с Саакашвили. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, в Тбилиси. Ситуация, которая развивается в Грузии, к примеру, с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому, ну, доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично. Только сейчас Путину удалось добиться от Лукашенко туристической поездки в Сухуми и встречи с так называемым президентом Абхазии Асланом Бжаниевым в Минске. Но при этом речи о признании независимости Абхазии по российскому образцу не идет. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народ. Нам надо ближе быть в это время сложные друг к другу, и Тбилиси, и Сухуми, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Лукашенко общался с Бжанией как с руководителем некой республики, а не суверенного государства. Примерно те же маневры в 2014 году Лукашенко проделывал и с Крымом. Формального признания российского статуса оккупированного полуострова Путин от него так и не дождался. Когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Лукашенко несколько раз обещал приехать в Крым. После 2020 года, когда Украина заявила о готовности присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, даже заявила о возможности такой поездки через Россию. Раз уж через Украину его не пускают. Они взвыли, Лукашенко полетит в Крым. Так вы же закрыли пространство через Украину, через Россию полетит. Так я же через Украину не могу полететь. Безумцы. Но, впрочем, до Крыма он так и не доехал. И понятно почему. Там, где Крым или Донецкая область, там же может быть Могилевская или Витебская, если, уверен, того захочется Путину. Официальные границы России не помещает, скажем так, граница исторической России намного шире, чем официальные границы России. Мы воюем на своей земле, мы воюем за свое. Но это же нужно произносить каждый день абсолютно четко. Но через год уже можно же говорить, наконец, прямо и честно, что это наша земля. Наша. Там периодически рядом грохочет.
И в самые тяжелые моменты люди, в общем, говорили о том, что да, могут... Ну, это уже вот на уровне, знаете, такой местной, ну, то, что называется городской легенды. Они ждали, что войдут поляки. Почему-то именно поляков ждали. Вот. Вот где происходит война. Это сердце России. Россия наша огромна, она от океана до океана, но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. Вот так вот. Но кто может теперь гарантировать Лукашенко сохранение власти в суверенной стране? Тем более, что теперь на территории этой страны расположены российские войска, которые не намереваются никуда уходить. Беларусь — это же Россия. Это же Россия. Беларусь у нас союзное государство. Союзное, да, но это Россия. Это большая Россия. Думаю, остался всего один человек. Ну, еще этот, китаец старший. Какой? Ну, как его, Динзапинь-то. Да, конечно, у Беларуси с Китаем общих границ нет. В этом смысле Пекину куда проще взаимодействовать со странами Центральной Азии, и все мы наблюдали, с каким почтением принимали председателя КНР в Казахстане и затем в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Высокого гостя в аэропорту лично встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Но и у Китая теперь не так много европейских партнеров, которые нуждаются не только в экономическом сотрудничестве с Пекином, но и в его политической поддержке. Именно поэтому Китай всегда старался выстраивать свои собственные отношения с Белоруссией, так сказать, в обход России. Слушайте, ну вам принесли чай, это же не мне. Так вы его пейте, он же остынет. Это китайский Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай, я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь. Ну и не будем забывать, что Лукашенко всегда можно использовать как прикрытие для сотрудничества с самим Путиным. Например, если речь пойдет о решении о поставках вооружения. Нужно ставить гигантские задачи. Китайское руководство может опасаться прямого сотрудничества с Москвой, чтобы не нарваться на западные санкции. А Минск, думаю, может казаться не таким опасным партнером. Ну и вполне вероятно, Китаю очень важно, чтобы сама Беларусь не завязла окончательно в российской войне против Украины, чтобы ее армия не была задействована в нападении на Украину, чтобы новые санкции окончательно не уничтожили бы и без того уменьшившуюся роль Беларуси как транзитного окна Китая. Это свой сукин сын. Проще говоря, все переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина можно свести к одной очень важной для них задаче. Как помочь российскому пересиденту и при этом не пропасть самим? Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Белоруссией не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. Британский министр обороны Джон Хилли заявил, что оборона Европы начинается с Украины. И Россию необходимо остановить любыми средствами. Единственное, что пока якобы не могут использовать ВСУ, крылатые ракеты Storm Shadow. Но это, понятное дело, времени. Новый премьер страны Кир Стармер впервые открыто признал использование переданного Лондоном оружия на территории России.